состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, генсек ООН был проинформирован о соблюдении режима прекращения огня, а также о преступных действиях на территориях, которые, согласно совместному заявлению от 10 ноября, возвращаются под контроль Азербайджана. В свою очередь, генсек ООН Антонио Гутерриш отметил роль, которую ООН может сыграть в восстановлении территорий, и подчеркнул важность оказания соответствующей поддержки вынужденным переселенцам, возвращающимся в родные места. Ранее он заявил о готовности работать с Россией для оценки гуманитарных потребностей в поствоенном Нагорном Карабахе. Об этом в ходе официального брифинга заявил представитель генсека организации Стефан Дюжарик. По его словам, управление ООН по координации гуманитарных вопросов и соответствующие структуры организации готовы к сотрудничеству и возможному взаимодействию с целью дать первоначальную независимую межведомственную оценку в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях относительно гуманитарных нужд.